Привітання всім, з вами Павук Андрей. У минулій передачі ми з вами погутарили з кривожерною прокуроркою Валерією Таратинко. Валерія скончала академію керування при так званому президенті. Вучилася по спеціальності державне керування і право. У інтерв'ю признавалася, що це один з ліпших періодів у її житті. Мовляв, там, у академії, створені всі умови для розвиття любих конструктивних ініціатив студентів. Я хочу стати старшиною Октябрьского райвиконкама. У теорії, каб гэта здійснити, треба пройти курси повышення кваліфікації. І тому я потелефонував у академію поцікавіцца, які є умови для поступлення таких, як я. Алло. Здравствуйте. Я хочу стати председателем райисполкома. Куда угу. Куда мне поступать? А, ви маєте в виду... Так, ну смотрите, у нас есть высшее образование первой ступени, есть переподготовка. Ну, у меня высшее вас... есть. БГУ, как, ну, я понимаю. Биофак. Угу. Ну, тут вы как бы сложно вам мне сказать, куда вам лучше поступать. Можете, в принципе, и на переподготовку поступать. А в чем заключается переподготовка? Переподготовка – полтора года обучения в заочной форме, и там как раз есть специальности государственное и местное управление вот, по вашему профилю. А какие экзамены нужно сдавать? Собеседование. Высветлилось, что у академию керования поступают по держзаказе. Держзаказ – это когда по предприемствах вышукивают зарекомендовалых людей и за кошт предприемства переподрыхтовывают их на керовников. У моєму випадку такую рекомендацію отримати нельга. Але я лішу, що це не псує моєї кандидатури у якості керівника. Мене не вибирали, але я сам хочу бути ну, первым. Если сами, можете... Во-первых, есть программы вот на платной основе, посмотрите, программа какие есть. Программа для поступающих на платной основе, на смотрю. На платной основе в рамках переподготовки. Да, тут ничего не сказано, тут просто... А, в форме тестирования, программа вступительного испытания в форме тестирования. Там только тест по вопросам государственного строительства, диалоги. Ой, слушайте, а где такой предмет, как государственное строительство, найти? То есть такую информацию взять? Это что значит государственное строительство? Ну, это в основном там политология, история, конституционное право. Ну, конституцию почитать. О, все, что я люблю. Особливо цитовать конституцию. Нагадаю, что Беларусь – демократичная держава, и конституция гарантует громадянам свободу думок. Быть оппозиционером у Беларуси сгодно законодавства не заборонено. Я оппозиционер. Таких берут? Нет, таких не берут. А это в связи с чем связано? Ну, в связи с тем и связано. Так а что у вас по политическому мотиву отсеивают? Ну, не по политическому мотиву. Нет, у нас отсеивают поступающих по мотивам знаний, то есть есть тестирование. Ну, в любом случае, если ты оппозиционер, то тебя даже и допускать к экзаменам не будут. Не, ну как будут, не будут. Мне сложно сказать, как у вас проявляется эта позиция. Оппозиционерство? Ну, я не люблю Александра Лукашенко. Ну, ясно. А у вас надо любить. Ну, не то, что любить. Уважать главу государства. У нас же академия при главе, при администрации президента. За что можно шановать прихильника фашизма? Каратей, сдается, у академии керования існує дискриминация по политическим мотивам. Далее я потелефоновал Митрохович Вользе, якая займается, непосредственно займается повышением квалификации. Ці буде рада Ольга Александровна повысить квалификацию противника існуючої улады? Можно ли оппозиционерам поступать в ваше учреждение? Что значит оппозиционерам? Ну, кто против политики Александра Лукашенко? Ну, послушайте, вы в какой вуз собираетесь поступать? В вуз Академии при президенте. Ну, вот. И ваша цель, задача, вы где работаете? Я пока нигде не работаю, но я учитель биологии. Ну, понятно, учитель биологии. Значит, я вам уже пояснила, у нас на какой контингент у нас может обучаться. Люди, имеющие работу, руководители, заместители руководителей, либо лица, включенные в резерв на эти должности. Если вы этой категории соответствуете, то, пожалуйста, вы можете зайти на сайт, то, что касается повышения квалификации, в частности, да, за который я отвечаю. Вот. И посмотреть, там у нас есть госзаказ, но так как вы нигде не работаете, я могу предположить, что, естественно, вас в госзаказе нет.
Либо, если вы этой категории соответствуете, посмотреть, какие курсы повышения квалификации мы предлагаем на платной основе и в установленном порядке, который тоже прописан на сайте с нормативными документами и так далее, подать документы и поступить на повышение, недельное повышение квалификации. А вот краткий анонс программы повышения квалификации. Сентябрь-декабрь 2021 года. Название программы – совершенствование идеологической работы в организациях. Значит, идеологическая работа в механизме функционирования идеологии белорусского государства, идеологические и политические аспекты фальсификации истории, цветные революции как современные, вот, как современные технологии дестабилизации власти, идеологическая работа с молодежью в социальных сетях, современные подходы. Ля-ля-ля-ля, социальные медиа. Короче, очень интересная тема. Очень интересная тема. Вот я бы хотел такое изучать. План, график повышения квалификации руководящих кадров, лиц, включенных в резервы, руководящих кадров и иных лиц. То есть я попадаю под иные лица, да? Заместители руководителей, руководители, управляющие делами, лиц, включенных в перспективные кадры резерв, республики, Министерство архитектуры и строительства. Связи, Государственный комитет. Сюда берут людей на повышение квалификации, которые являются керовниками, чи наместниками керовников. Беспрацовных, как я зрозумел, сюда не берут, а тем больше оппозиционеров. Звоните, пожалуйста, по переподготовке и подготовке Евгению Александровичу. Ладно, а вы мне что скажете? Оппозиционеров у вас принимают или не принимают? Я вам хочу сказать, будьте здоровы. Всего доброго. Перед тем, как покласти слухавку, Ольга Александровна пораила шукать отказы у іншого специалиста, Криштаповича Евгена, який працює у Институте державной службы. Давайте его послухаем. Да? Евгений Александрович, здравствуйте. Да, добрый день. Дали ваш телефон, чтобы уточнить некоторые вопросы насчет обучения у вас при президенте. Да. Так, меня Андрей зовут. Я хочу стать председателем райисполкома. Хорошо. Какие критерии для абитуриентов? В кадровом резерве состоите? Нет, не состою. Я просто... Моя личная инициатива. А, так вы хотите учиться на частной основе, да? На да. своей? Да. Не вопрос. В мае где-то примерно. Там будут, короче, вывешены условия для поступления, да? Угу. Вам надо сдать только тестирование, и все. Экзамен сдавать не надо. Тестирование. Так, а да. что за тестирование? В чем оно заключается? Ну, там перечень вопросов по государству, по государственной политике нашей страны и так далее. На эти вопросы, там вопросы потом примерные будут. И так далее. И вам надо набрать хотя бы 4 балла, и все. А сколько всех и... можно набрать? 10 можно там, да. Ну. А, 10, хотя бы 4 да. набрать, и уже хотя можно... Хотя бы 4, да, это положительная оценка, и вас тогда все принимают. Принимают тогда. Да, так, да. а обучаться сколько? А смотря какая специальность у вас? Ну, председатель райисполкома. Ну, тогда надо ГМУ, государственное лучшее государственное местное управление. Ну и вот это вот, да. Вот государственное вот. Местное управление – это год и 10 месяцев. Год и 10 месяцев. А сколько да. это стоит за год и 10 оно, месяцев? Оно, знаете, оно меняется, там, инфляция, то все. Поэтому сейчас одна цифра, да, к маю будет, возможно, и другая цифра. Ну, давайте по сегодняшним датам сколько ну, это стоит. Ну, где-то в год 1700. В год 1700 белорусских да. рублей. Да. Так, скажите, пожалуйста... А если вы выберете другую переподготовку, там год и 4 месяца есть. Подышал, государственное да. управление социальной сферы, государственное управление и идеология. Там будет чуть-чуть дешевле, да. Будет чуть-чуть потому дешевле. Что, во-первых, год и 4 месяца, значит, платить за год и 4 месяца будет всего лишь навсего. Угу. Но диплом тоже получите Академии управления, тоже будет специалист в области госуправления у вас. Слушайте, а гарантирует ли вот это образование, что меня действительно возьмут председателем? Нет, абсолютно нет. Так, а зачем оно мне тогда нужно? Ну, так я не знаю, зачем оно. Оно не гарантирует ни в коем случае. Но при там, если вас ставят кадры резерва и так далее, это учитывается, конечно, корочка от Академии управления. Учитывается. Да. Скажите, какие еще есть критерии для того, чтобы можно было поступать? Какие еще есть да условия? Никаких. Высшее образование есть, есть. Все, стаж работы есть, есть. Желание у вас есть, есть. Все. А если я оппозиционер? Оппозиционер, ну мы тут тогда разберемся, конечно. Если оппозиционер, придется расставаться. Потому что Академия управления при президенте. Поэтому и, соответственно, командный дух. Все. То есть вы по политическому признаку отсеиваете абитуриентов? Ну нет, мы не отсеиваем. Политического у нас признака откровенно нету такого, да. Ну просто вы сами, наверное, должны чувствовать, зачем вам, ну если вы хотите работать вместе, там, к примеру, в составе президентской команды и в то же время не являетесь его сторонником.
Так а что, это запрещено поступать? Нет, это не запрещено, ради бога. Не быть сторонником президента и быть председателем райисполкома? Нет, это аспекты не юридического характера, а морального характера, понимаете. Вы сами решаете эту проблему, как вам? Вот, понимаете? Морально. Потому что, да, многие не хотят идти в академию, потому что они, ну, частично не разделяют там позицию и так далее. Вот, а потому что академия, это же в определенной степени дает знания и так далее, но и одновременно рассказывает о государственной политике Республики Беларусь, показывает ее не только минусы проблемы, но и плюсы, конечно. Вот. Поэтому вы сами размышляете там. Конечно, идеологического критерия ни в коем случае нету, когда вас принимают сюда на учебу. Хвилины ранее гэты дядька сказал, что с оппозиционерами доведется расставаться. Если оппозиционер, придется расставаться. А теперь кажет, что при поступлении нема идеологичного критерию. Подвоение особы взрывая нам дах? Правильно я понимаю, что если я со взглядами, отличными от взгляда президента, приду к вам подавать документы, вы их не будете рассматривать? Ничего подобного, мы будем рассматривать ваши документы. Будете. Мы же не знаем, с какими взглядами вы пришли, понимаете? Даже если будете говорить, ради бога, мы все равно на этом основании не имеем права вас развернуть. Если вы сдадите тесты, вас зачистят. Ну да. И при наличии свободных мест, там столько-то мест выделяется, да. Угу. Если вы сдали нормальные тесты, место есть свободное, на платной основе, вполне зачистят вас. Что, никаких претензий к вам тем не будет. Тем более я на платной основе, вам же деньги лишние. Ну да, бывает. Это тоже нормально, конечно. Деньги. Ну, если будете учиться, нормально, и будете себя корректно вести, если вы, соответственно, не будете оскорблять действующего. Ну так вот и все, конечно. Не, я могу только когда-никогда живе Беларусь сказать. Можно такое? Ну, это там у себя где-нибудь говорите, и все. Так у вас тут нельзя? Не надо. Нет, не то, что нельзя, но это же, естественно, какой слоган? Слоган, который направлен против... который использует оппозиция в основном. Такая оппозиция, жесткая довольно часто оппозиция. Вот и все. Хорошо, а если я скажу «Квитнее Беларусь», можно? Нет, давайте эти вопросы не обсуждать с нами. «Квитнее Беларусь» и так далее. Вы мне задаваете вопросы технического характера, так а не идеологического характера. Нет, так вы же учите идеологии, я же поэтому уточняю, стоит ли мне вообще в эту сторону двигаться. Ну вот мы говорим, мы учитываем ваши профессиональные качества. Будут ли мне подходите? Рады? Да, будем рады, нормально учитесь. На белорусской мове можно размовлять у вас? Да, просто. Так у нас два государственных языка, не вопрос, конечно. Можно, а «Живе Беларусь» говорить нельзя? Ну, почему нельзя? Хотите говорить, если вам можно, так надо. Все-таки да, можно. Но если вы не оскорбляете, ну, соответственно, других людей, ну, то есть не нарушаете закон, все да нормально. Да ради бога. «Квитнее Беларусь», ну, «Живе Беларусь» и... Ну, похожие, да, да. Я не разумею, какая проблема у фразы «Живе Беларусь»? Законодавча не заборонена. Чому наогул у гэтай академии доброму могут научить, калі спотыкаются об незабороненную фразу «Живе Беларусь»? Все, значит, оппозиционерам можно поступать, тогда я приношу документы. Все, с точки зрения юридической мы вас оценим. Все, так что поступайте. Спасибо, до свидания. Да. Если оппозиционер, придется расставаться. Ох, не барака. Вот что служба на психопата робить с разумными людьми. Эти люди живут у двух реальностях. Чему такие педагоги могут научить, коли не мают своей докладной позиции? Напишите в комментариях. Каратей, коли вы хочете быть керовником при так званым президенте, поступайте в академию кравання. Треба усіго-то натыкать у тесте 4 балла с 10. Гэта нават менш за палову. Мне падаецца, что с такими правилами режим заахвочвае деградацию кадров. Напэўна, тому недавно ректор академии Вячеслав Данилович заявил, что яны плануют змяніць правилы приему. У академию кравання можно будет поступать, маючи рекомендации з апошняга месца навучання, службы або працы, а так само ад мясцовых органов улады. Апроч того, уводится професійна-психологічная суразмові, и только потом будут набывать моц выники тестования. Что повинна убачить комиссия у абитуриенту и у чем складается професійна-психологічная суразмові? На жаль, мне это высветлить не трымалося, а вы можете написать в комментариях. Алло. Вячеслав Викторович, алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Андрей Паук. Помогите мне, пожалуйста, с информацией. Не знаю вас и по телефону никакую информацию давать не могу. Что ж, коли ректор Академии кравання не хочет поделиться информацией про работу установы, мне доведется робить выники с того, что есть.
Мало хто любить гвалт і несправедливість. Коли ви йдете в академію керування при так званому президенті, то отримлюється, що ви готові служити хлусні держапарату і оправдувати здекування режиму над білорусами. Поглядіть на випускницю цієї академії Валерію Таратинко. Яна не зберегла гонор з молодості і стала позорищем юриспруденції. Хочеться бути такими? Напишіть у коментарях. У Республіці Білорусь захоплена влада, і відбулося це не вчора. На жаль, у простих білорусів нема вибору, вони підпорядковуються моцнішим. Але ж у теорії моц не у гвалті повинна бути, а моц у законі, перед яким усі рівні. І менавіта прокурори – ті люди, які повинні це контролювати. У наступній передачі я обзвоню різні прокуратури Білорусі, і ви побачите, що працівники цих установ амаль усі бездопоможні, нікчемні, боязливі. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Білсату! За Білорусь! За павука! Подождите, що значить запрещено, не запрещено? Ну, є нормативний акт, який регулює, що опозиціонерам в Білорусі бути запрещено. Мы не даем разъяснения норм законодательства. Но вы же прокуратура. И что, что мы прокуратура?